Сказать еще? Ты правда просто ваф! Я верит Крут! Ракета, друг! Ваф! Надо было ваф тебя, когда ваф шанс! Ваф есть Крут! А вот и не ваф! Ты не ваф, ваф, ваф! Что? Ты ваф надо мной! Я сколько раз говорил, я тебе ваф, не животное! Ваф, ты голов! Иди там ваф, ваф! Я есть Крут! Ваф! Толстого. А где мы? Вы по-прежнему на забвении. Космо! Здорово, приятель! А мы тут как раз... Страж Галактик скажет Космо, зачем они проникли в гору Континуума. Иначе Космо устроит им еще не такой психологический гулаг. Проникли в... Не корми Космо кошачьим кормом, Пётр Квилл. Ты заодно с кровным братом. Специально отвлек внимание, чтобы гадкий енот и разумное древо использовали кору. Возможно, в своих шкурных интересах. Космо также знает, что на корабле Стража Галактик стоит трекер Нова. Я уверен, это поправимое недоразумение. Так? Так. Мы сюда попали из-за событий на скале Нова. Страж Галактик был на скале Нова? Да, чтобы найти Центуриона Карел и выплатить штраф. А что? Странные сообщения множатся в Галактике. Как кролики весной. Космо послал много отрядов на разведку. Все сгинули. Теперь и скала Нова шлет тот же сигнал. Страж Галактик доложит Космо об увиденном. Бойцы Нова убивали друг друга. Я есть Крут. Они там все словно белины объелись. Или обратились. Да, во время обряда со жрецом. Они говорили про обещания. Так точно, сэр. Братство птиц. Культ негативной зоны. Церковь Вселенской. Стой, 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 стоп! Это они. И с ними старикашка. Его челнок накрылся на надежде Хала. Великий объединитель Рейкер, глава церкви Вселенской Истины. Космо припоминает. Старый культ, весьма влиятельный во время Галактической войны, сейчас полузабыт. Ты сказал, скала передает сигнал. А вдруг их религия каким-то... Нет. Церковь Вселенской Истины... Умерла с золотокожим богом. Давай мы сгоняем на Надежду, разведаем. Что? Из твоих отрядов никто не вернулся. С людьми стало быть напряженка. Мы хотим знать, что случилось, так же, как ты. Да ну. Отправь нас на разведку. Пётр Квилл вечно кидает. Но не мяч у тебя. Мяч. Что Страж Галактик просит взамен? Пустяк. Сними обвинение. Обратись в штаб-квартиру корпуса. Пусть аннулируют наш штраф, и мы летим. Это совсем не пустяк. Признайся, Линявый, без нас никак. Нас? Пока что. Или у тебя другие глупцы на примете? В Советской России Космо не стал бы верить ушлым капиталистам. Но до Родины далеко. Зато Космо знает о силе залога. Корабль Стража останется на забвении. Что? Только не наш корабль. Мой. И как найти Надежду Халы? Гадкий енот знает. Идем, время не ждет. Так куда мы направляемся? В первое поселение. Из прежних времен.
до того, как Тиландрук явилась. А первое поселение шахтеров не исчезло? Нет. Заброшено. В основном. И строго засекречено. Фейр. Это сюда ты вломился? Приложив немало усилий. Стоп. Это кора континуума? Лучший способ попасть на корабль корпуса, пока тот не исчез. Ты нашел Карел? Где она? Корабль находится в системе Лидра на орбите планеты Мусора. Контраксий? Космо не удивлен, что гадкому еноту нравятся мусорные планеты. В уборных там можно найти ценную информацию. Вся планета теперь транслирует тот же сигнал, что и скала. Космо не понимает, почему и зачем. Все эти бары, игровые залы и бордели. Может, это не так и плохо. Мы найдем Карел и спасем Контраксию. Может, не стоит разбрасываться обещаниями? Мы стражи галактики. Это наша работа. Я с тобой, Питер Квилл. Правда? Конечно. Воодушевляющая речь. Подлизы. Много кто знает об этом месте? Немало. На всю галактику не рекламируем, но ученые разные прилетают. Знает Анос об этом месте. Ха! Мертвый король титанов нас больше не волнует. Так что это? Еще один лифт? Я есть. Сами поймут. Попрошу отойти, страж галактик. Ого! Что за величественное колдовство? Да вообще, как будто не видели гигантской руки из другого измерения. Прошу на ладонь. А если проблемы? Как вернуться? По паспорту. Он свяжется с Космо и, если проблемы, вернет стража галактик обратно. Я иду. Лучше уж ты, чем этот капитан отважный. Пора. Расследуйте, что с кораблем корпуса. Доложите с помощью паспорта. И ты скажешь миросознание, чтоб не было штрафа? Космо постарается. Удачи, страж галактик. Тут есть ремни безопасности. Хоть теперь тебя не вырвет. Это... колдовство? Это головокружительно. Я есть круть. Ты привыкнешь. Мы в космосе. Где-то между космосом, между измерениями, между временем, даже между реальностями. В каком смысле между? С этой штуковиной мы можем попасть куда и когда угодно. Даже в несуществующие места. Типа... прямо дух захватывает. Мстители! Общий сбор! Что за название? Мстители. Так и должно быть. Должно? Это еще цветочки. О, Пэт Беннетар и Джоан Джетт, храните нас. Что за богов ты поминаешь? Богинь. Дракс? Смеюсь не я. Это дурное предзнаменование. Мы все умрем. Прячься, не прячься, я тебя найду. Или это другая реальность. Знакомый звук. Точно другая реальность. Смотрите! Человек-паук! Стоп! Это Земля? Питер! Мама? Скорее, твоя подружка уже здесь. Заходи, Джейни. Питер сейчас будет. Серьезно? Джейни? Итак, вперед! Надежда Халлы! Наверное. Держись, груз! Прибываем! Халла, сохрани! Объясните. Колдовство. Меня не удивляет, что некоторые думают так. Но я применил науку. Это наука вера. Вера наука? Вздор. У веры энергия есть. Этот бот. Мои инквизиторы. И даже сама Сакралия. Все питается одной и той же чудесной энергией. Энергией, открытой мной. Я хакну дрон, отвлеки его. Что сейчас? Что? В чем дело? Скажите,
Это ваше открытие дало вам возможность энергией пользоваться. Энергией веры. Да. Просто мне кажется, энергия, как ее. Я думаю, в общем, Гамора имела в виду. По вашим словам, у вас столько энергии веры. Да, но мы встретили вас впервые. На Надежде Халы, где, помнится, вы застряли без топлива в челноке. Да, это правда, но... Тогда что ж вы не поверили, что ее еще немного да осталось? Не так это действует. Энергия веры из веры же и выделяется. Безусловной веры. Ну да, конечно. Я свидетель тому. Безусловная вера в него — это то, что помогло нам выжить. Ну, продолжайте же. Стойте. Вас было больше. Что? Нет, не было. Сей факт мы бы из виду не упустили. Конечно. Прошу, дальше. Вы говорили что-то про нее, и видно, что-то очень важное. О матриархе, кажется. Я говорил вовсе не про нее. Неужели? По-моему, матриарх упоминалась в разговоре. Она второй святой сосуд, а я говорил про первый. Тот, что не стал возвращать к жизни моего сына. Но она явилась, чтобы выполнить обещание. Стойте, вас было больше. Коротышка пропал. Может, умер, как ваш сын. Что? Я есть. Что это с тобой? Кажется, да, у меня сердечный приступ. Почему мы его не спасаем? Кривляться. Ладно. Считаете себя умнее других? Не понимаю, о чем вы. Хотите отвлечь меня, потому что боитесь. Но вы напрасно боитесь. Что? На место, чтобы я тебя видел. Да-да. Сейчас вы встретитесь с матриархом. Даже не вздумай. Он теперь с ними. Он наш друг. Да, как и Дракс. Но я не полезу в башку этого блохастого. Может быть, и не придется. Эй, братец. Ты... Кончайте с ним, пока не поздно. Стойте! Он все еще там. Я его слышу. Я только лай слышу. Соберись с мыслями, он там. Ай, да грохни тебе эту шапку. Тихо, брат. Друзья, помнишь? Это Петр Квилл? Но сквозь мы никогда не ушел. Да, приятель. Это Квилл. Это все мы. Где это? Космо чует? Запах? Забвение? Где еще нам быть, мозг мохнатый? Его мозг в тумане. Или он всего лишь пес? Он нас не видит. Он все еще в обещании. Космо, где ты? Что видишь? Синее небо. Можно гнаться за машиной. Космо опять у себя. Дом. Родной мой. Дом. Он говорит о земле. Запах свежей травы. Ощущение почвы под лапами. Никаких сверхспособностей. Ходи себе на прогулки. Да за мячиком бегай. Если тоскуешь по родной планете, почему ты не можешь вернуться? Забвение — твой дом. Прямо здесь, сейчас. Забвение ничто. Башка с мусорной шахты.
Ты преуменьшаешь. Это особое место. Встретились это, когда я спас твою кору? Да, здесь. Правда? После Земли забвение стало местом, где Космо не чувствовал себя бродячим. Впервые Космо забыл о том, что потерял. Для отщепенцев, как мы, это райский, как... Ну, кущи. Это дом. Земля лишь камень, откуда ты родом. Дело не в камне, а в том, что у Космо там было. Сон в изножьей кровати, почесывание живота, ошейник с именем. Тебе нравится быть собственностью? Космо не собственность. Он член семьи. Но однажды семьи не стало. Люди в костюмах послали Космо в космос. Космо множество собачьих лет искал своих. Но нет. У тебя были хозяева. И, походу, они тебя кинули. Забыл о щенках своих, Космо. Они твоя семья. Юные Космо сейчас. Они здесь, пес. И полагаются на тебя. На любовь. На твою защиту. Но люди зовут Космо к ноге. Он должен быть верным. Ты нужен щенкам, а не людям. Будь верен им. Не бросай их в космосе, как бросили тебя. Космо бы ни за что. Но ты бросил. Они ведь на забвении. Может, нуждаются в помощи. Да брось, Космо. Ты не чуешь, как это скверно пахнет. Пётр Квилл прав. Люди Космо не пахнут. Они опасны на вождение. Покусай их как можно больнее. Скиньте! Космо раскусил вашу ложь! Молодец, дружок, так и... Забвение теперь дом Космо. Его семья — щенки. Он их защитит любой ценой! За ними, пес! Поможем ему? Вдруг он нам пригодится? Я оптимист, зверь поправится. Космо занят своим делом, мы своим. Так что вперед на кору.